И давайте посмотрим на масштабы и задачи нашего нефтегазового кластера. Создан он в 2019 году при поддержке правительства Тюменской области и предприятия «Газпромнефть». Объединяет 130 компаний из 20 регионов России. Это добывающие предприятия, производители нефтегазового оборудования, нефтесервисные и IT-компании, отраслевые научные институты. Основная цель кластера к 2024 году – снизить долю импортного оборудования в нефтегазовом секторе до 40%. Сейчас основная доля участников объединения – это производственные компании, более трети – сервисные. Общая выручка компаний за прошлый год превысила 2 триллиона рублей. Для участников нефтегазового кластера созданы особые преференции. Это в том числе промышленный кэшбэк, льготный лизинг и аренда земли в индустриальных парках по специальным тарифам.